Donald Trump or Hillary Clinton? А Трамп. Трамп? Yes. Yeah? Да. Я за Трампа. Трамп? Да. You, Hillary Clinton? Не. Скорее Трамп. I like him maybe more, because it's maybe better for Russia. Честно, я плохо разбираюсь в текущей ситуации в Америке и мало знаю позиции каждого из кандидатов, но я больше симпатизирую к Дональду Трампу. Вот. Well, that's Clinton. No? Trump. You like Trump? Да. Да. Почему? Ну, он добрый, глаза добрые. Глаза добрые? Да. Nice eyes. Ну и к России хорошо относится. А она ненавидит Россию. Она ненавидит? Да. За нее нет. А этого я не знаю даже. Это Трамп. Дональд Трамп. Вы не знаете? За него. За нее нет. Почему? Ну, не знаю, мне не нравится ее политика. Какая политика? Она просто, как я понимаю, свою нацию ставит выше всех, как делал Гитлер. Что Америка – это высшая раса, а такого не должно быть. У нас сейчас равноправие всех. Спасибо. Себя уже показала как политика, который политик войны. Трамп, все его заявления, которые он сейчас делает, дают надежду, надежду на мирное, на светлое будущее для, ну, для всего человечества. Ни та, ни другая. О. Это больная, это сумасшедшая. Никого. Никого. Nobody. 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 Why is that? Maybe Hillary. Hillary? Yes, because will the first woman president in USA, but I don't know.